А сейчас внимание. Внимание, друзья. Это лучшее, что есть сегодня в рубрике «Электроника». Это, друзья, абсолютное, абсолютное, уникальное предложение, которое никогда больше не повторится. Мы ограниченную партию этих стильных планшетных компьютеров Irbis продаем по невероятно низкой специальной цене только сегодня. И ограниченная партия 4999 рублей, друзья, это не цена. Это цена для мобильного телефона, причем среднего такого. Это даже для смартфона дешево, очень дешево, катастрофически дешево. Ну а что уж говорить о вот таком стильном современном планшетном компьютере. Кстати, напомню, по моему личному мнению, это самый стильный, самый современный планшетный компьютер, который когда-либо попадал в рубрику «Электроника». Друзья мои, цена телефона, мобильного телефона, за это вы получаете вот такое устройство. Многофункциональное, современное устройство. Итак, делайте выбор, плюс еще подарок, друзья. Если успеете заказать этот планшет во время нашего прямого эфира, получите еще и сумочку в подарок, друзья мои. Ольга Гридунова активно пользуется этим планшетным компьютером, причем пользуется всей семьей, и дети, и муж, все они пользуются им каждый день буквально. Они не могут уже и дня прожить. Вот буквально он не так давно в нашем эфире появился, этот самый планшетный компьютер. Оля себе такой приобрела и унесла домой. Все, теперь она его на работу практически не приносит, потому что не дают. То муж не дает ей унести из дома, то дети говорят, нам учиться надо, нам с ним в школу идти, потому что можно туда учебники скачивать. Там есть все учебники, которые есть в школьной, в институтской программе, в любой. И вы можете пользоваться ими. Зачем носить тяжелые вот эти учебники в портфеле, когда можно взять этот легкий, удобный планшетный компьютер и пользоваться им. Он гораздо легче, удобнее и главное... И главное, он такой приятный на ощупь. Главное, он такой стильный. Вот прям не хочется выпускать его из рук, потому что он действительно доставляет колоссальное эстетическое удовольствие. Друзья, звоните прямо сейчас и заказывайте его. Партия, еще раз напоминаю, еще раз обращаю на это ваше внимание. Партия ограничена. Потому что цена специальная, самая низкая цена на этот планшетный компьютер за все время, которое был этот компьютер у нас в эфире. Итак, друзья мои, звоните прямо сейчас, звоните и заказывайте его. Надежный, современный, качественный, стильный планшетный компьютер, друзья. Итак, друзья, вот он этот самый красавец, вот он этот самый роскошный компьютер. Кстати, хочу обратить ваше внимание, производитель дарит подарки. Вот, вот посмотрите, на коробочке это хорошо видно. Посмотрите, здесь нам подарок идет сразу, антивирус Касперского и плюс еще навигатор Navitel. Navitel это навигатор, который работает там, где нет интернета в принципе, даже без интернета. Этот навигатор будет работать и подскажет нам верный путь и верную дорогу. Итак, что происходит сейчас у нас здесь. Посмотрите, пожалуйста, я смотрю прямой телевизионный эфир телеканала Матч ТВ, друзья. Прямо сейчас я этим, собственно, и занимаюсь. Дальше наверху у меня YouTube. Качество изображения феноменальное. Качество очень высокое. Может быть, кстати, еще выше, насколько я знаю. Итак, друзья, прямо сейчас еще выше будет качество. Гонка. Смотрите, соревнования, спорт. Здорово выглядит. Прямой эфир. Прямая трансляция, друзья. И вы всегда будете собственным телевизором. Всегда под рукой ваш собственный телевизор, друзья мои. Дальше, что еще я вам хотел показать. Тут еще есть огромное количество различных, абсолютно различных телеканалов. Посмотрите сами. Взгляните сами, друзья мои. Какие тут каналы. Тут и Первый канал, и НТВ, и Пятый канал, и СТС, и многое-многое-многое другое. Но и это еще далеко не все, друзья. Это еще и навигатор качественный. Вообще многофункциональное устройство. 8 устройств в одном. Напоминаю, что только при приобретении во время прямого эфира вы получаете вот эту потрясающую сумочку в подарок. Звоните прямо сейчас, друзья. 4999 рублей. Итак, давайте посмотрим, что это за навигатор, как он работает, в чем его особенность. Дело в том, что мы прекрасно знаем, как доехать из точки А в точку Б. Ну, скорее всего, мы ездим по одному и тому же городу и прекрасно ориентируемся в этом самом городе. Но есть пробки. Вот смотрите, так выглядит обычный навигатор. Вот так выглядит обычный навигатор. А вот так выглядит необычный навигатор. Взгляните, пожалуйста, здесь указана ситуация дорожная. Вот здесь небольшое скопление автотранспорта. Вот здесь свободное движение. А вот здесь прямо
пробка. Видите, красным обозначена прям пробка вот в районе Савеловской эстакады при подъезде к третьему транспортному кольцу. Обращаю ваше внимание, что кроме информации о пробках, тут есть информация о ДТП. Вот реально произошло сейчас ДТП. Вот, посмотрите, вот тут в правом ряду заранее можно перестроиться, и из-за этого затруднение. И также все камеры стационарные, фиксации превышения скоростного режима. Этот навигатор, он сам предупреждает вас о том, что впереди камера. Например, вы едете, спокойно едете, ну, не смотрите на спидометр, и при этом, друзья мои, безо всяких проблем, он говорит вам голосом Пёндора Бондарчука или Василия Уткина. Тут есть и тот, и другой диктор. Внимание, впереди камера на 60. Или, внимание, впереди камера на 80. Друзья, давайте сейчас адрес какой-нибудь назову я, и он построит маршрут. То есть мне не надо даже набирать текстом, не нужно пальцами набирать, отвлекаться от дороги, потому что руки мои заняты управлением автомобиля. Я голосом могу продиктовать этот самый адрес, и он его должен найти. Найти в Москве или в любом другом городе. Смотрите. Слушай Яндекс. Анапа, Ленина, 3. Итак, друзья, в Анапу, на Ленина мы отправляемся прямо сейчас и смотрим на маршрут. Какой же маршрут он нам построит? Тишина на площадке. Знакомый голос, да? Это Федор Бондарчук. Итак, друзья, давайте смотреть. Тут вариантов несколько. Мы можем по платной доехать за 18 часов, всего за 18 часов по платной дороге. Это 1491 километр от того места, где мы сейчас находимся, а не просто из абстрактного центра Москвы. Дальше. 1590 километров мы проедем за 21 час, но зато бесплатно. Бесплатные дороги. Еще у нас есть на маршруте есть паромная переправа. На паромной переправе можем тоже проехать. Друзья, понимаете, как это здорово? Но это через Украину, правда, придется ехать. Друзья мои, смотрите, как здорово, просто и удобно можно пользоваться этим чудесным компьютером. Взгляните еще раз на дисплей, взгляните на это потрясающее изображение, на удивительную четкость, на феноменальную яркость и контрастность. Это 8 устройств в одном. Это многофункциональное устройство, друзья мои, многофункциональное устройство, надежное и качественное, современное многофункциональное устройство. Звоните, торопитесь прямо сейчас, у нас все меньше и меньше времени. Ограничено приложение, друзья мои, совсем немного у нас их остается, насколько я знаю, немного, вот прям немного, 4999 рублей. Звоните прямо сейчас, самая выгодная цена в этом году. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка, друзья. В подарок при заказе во время прямого эфира вот такая сумочка-чехол. Идеальная сумочка-чехол при заказе во время прямого эфира. Звоните, заказывайте. Отличный, современный, дизайнерский, планшетный компьютер. Самый красивый из всех, который когда-либо попадал в рубрику «Электроника». Ну, а выбор, само собой разумеется, друзья, остается за вами. Я вам его рекомендую.